Знаете, очень часто мы выступаем в клубах, и когда вы туда приходите, у вас совершенно другое настроение. Вы хотите соучаствовать, вы хотите переживать, танцевать, общаться. Это нормально и это правильно, так и должно быть. Лера, отдавай букет. Зажала. И когда есть такие площадки, как сегодня, даже пусть гораздо меньше, но где вы пришли слушать и слышать, мне всегда хочется петь медленные песни, которые не всегда удается исполнить. Самую, наверное, красивую из всех, что мне удалось написать, самую любимую, она называется «Разбить души твои окна». Секундочку, сегодня у меня, ты сказал, дальние родственники присутствуют. Это мои девочки.
Велиша и Амалия. Волнуетесь за маманю-то? Ты, Велиша, давай. Нет. Нет, отличное слово.